мои предсказания сбываются. Уже два боя я предсказал. Если в этот раз получится. Ты говорил, Кингуша выиграет. В каком бое? С Флетом. Я говорю, Флет выиграет. Нет, у нас есть запись. Я с тобой с ним посмотрю. Ты сказал, Кингуша выиграет. Ты сказал, что болеешь за Флета, но выиграет Кингуша. Ну, может, я ошибаюсь. Тут, мне кажется, Азер. Ну, стандартное начало. Я не понимаю, почему многие не ожидают его. Тун, нету брейкера, можно спокойно все это делать. Ой, что за странные вещи. Если бы он делал резет, хотя я не вижу энергии на этот самый резет, мог вынудить оппонента. Вы не представляете, вот сторонний зритель, что происходит на экране, вот некоторые маленькие-маленькие моменты. Вот эту вот сетку, когда пускает, в принципе, издалека достаточно Сайрекс, в умирах что творит? Он за секунду, как увидел, что она летит, начинает прыгать. В момент прыжка он успевает ввести телепорт. То есть, если он с земли его делает, то он не успеет, он попадет в сетку. Если он делает с воздуха, то он считается более быстрым. И наказывает своего оппонента. Готов к телепорту. Такой элемент прессинга. Сайрус достаточно попасть один раз в сетку. Это будет пошел. Ай-яй-яй, неграмотный. Ну, случайно, может быть, даже брейкер. Хотя здесь случайности наверняка уже нету никаких. Так опускает оппонента своего на землю. И ножками. Поздно начал эти ножки. В ответку. Сейчас будет. Ох, как любит Азера эту штуку в конце. Давай. Все блокирует. Попытался антиэйр сделать. И здесь надо было через блок пробивать вторым ударом. Почему он не сделал его? Сделал только начало, ну, вперед. Вперед двойка, да, когда он идет такой рукой вперед. Я тут Джексом играю, я не знаю. Ну вот он делает кулак вперед, и дальше пилой еще добивает. Он второй зачем-то отменил, если бы сделал через блок, он бы выиграл уже. Ну, всех убивать. Вот он сейчас убивает. Вы видите, все-таки виннеров. 1-0. Вот то, о чем я говорил. Вы видели сетку и мгновенный прыжок. То есть для Guilty Gear, может быть, это не является какой-то особенностью. В Mortal Kombat достаточно немного таких приемов и моментов, где я их пользуюсь. Интересно. Это был резет, но направлено на то, чтобы не тратил зачем-то оппонент брейкер. Вот как бы смысл этого. Мне кажется, обезоружить оппонента и лишить его двух волос, это тоже не так уж и плохо. Делает зажимание на ножку ужасно. А, и выиграл. Молодец, мой. Акзешный телепорт с кулаком. Вот сейчас матчпоинт в Умирах сейчас. Да, в Умирах выигрывает, если этот раунд, то скидывает Азера. Вот, еще раз делает эту же вещь. Выглядит шикарно. Делается достаточно трудно, но не так много, может быть, вещей за Сайреса, которые ты обязан уметь делать, чтобы выигрывать и играть на каких-то высоких позициях. Вот это обязательная одна из них. Если у вас это не получается, ну возьмите персонаж попроще. Успеет? Да, успел, причем с земли. Интересный может резет будет, но нет. Что-то было очень странное. Проиграет. Две полоски у сектора, по-любому есть брейкер, и да, и конец. Азера в лудерах. Да. Включает потихонечку джойстик. А Мумирах, конечно, красавчик.